Всем привет! Вы на канале Даша Техник, и сегодня я вам расскажу про историю украинского танкостроения, а именно о изделиях харьковских танкостроителей и об изделиях как советского периода, так и современного. Поехали! К украинскому танкостроению условно можно отнести даже Т-34, но очень условно. Т-34 был создан в Харькове в Украинской Советской Социалистической Республике. А во время войны харьковские танкостроители были эвакуированы в Нижний Тагил. Так что опять крайне условно практически все советское послевоенное танкостроение можно отнести к украинским корням. Но это, конечно же, шутка. Однако после войны в Харькове родилась вполне самобытная особая танковая школа, и ярким представителем которой является танк Т-64. И именно этот танк можно назвать условно и советско-украинским, и полноценно украинским, так как после распада Советского Союза украинские машиностроители сосредоточили все свои силы на модернизации танка Т-64. Но путь к Т-64 был непростой. После войны основным танком, поставляемым в войска, был танк Т-54. Но в начале 50-х годов стало понятно, что данная модель устарела и больше не отвечает современным требованиям. В СССР после принятия на вооружение нового танка опытно-конструкторские работы продолжались над танком следующего поколения. И согласно эскизному проекту, что более удачная компоновка механизмов и более совершенная их конструкция позволяла бы добиться значительного повышения тактико-технических качеств среднего танка при сохранении его боевого веса в пределах 36 тонн. К 11 июля 1956 года был выполнен технический проект и изготовлен деревянный макет танка «Объект 430», а в следующий год изготовили два опытных образца в железе. Проект нового среднего танка выполнялся заводом номер 75 Министерства транспортного и тяжелого машиностроения СССР в Харькове, ныне Украина, а благодаря более плотной компоновке «Объект 430» сузили на 170 мм и понизили на 115 мм по сравнению с танком Т-54. За счет увеличения диаметра башенного погона и освобождения бортов корпуса от снарядных укладок, баллонов системы пожаротушения и других узлов, объем боевого отделения был увеличен, и удобство работы экипажа также возросло. Пересмотрели конструкцию подвески и движителя, а также сузили корпус объекта 430. Из-за этого бронестойкость корпуса и башни возросла на 20, а где-то и на 40%, а заданный вес не был превышен. На танк ставили стабилизированное орудие Т-54 калибра 100 мм. Повышение основных параметров танка было достигнуто прежде всего потому, что конструкция была простой. Внутренние объемы танка использовались по максимуму. Вес всех деталей снизился. Детали были технологичными и максимально упрощенными, и к тому же были сэкономлены дефицитные и дорогостоящие материалы. Но уже весной 1954 года конструкторы работали над следующим проектом танка, а объект 430 отправился в архив. 430-й существенно Т-54 не превосходил. Более удачно посчитали будущий Т-62, который разработали на Нижнетагильском заводе на базе танка Т-55. Объект 435. Эта машина была разработана в 1960 году в Харькове. Опытный образец машины без установки основного орудия завод изготовил в декабре того же года. И для этого была использована база танка объекта 430. В качестве основного вооружения использовалась 115-мм гладкоствольная танковая пушка со стабилизатором вооружения «Метель». Возимый боекомплект составлял 37 выстрелов, и это было одним из главных отличительных особенностей этого танка по сравнению с объектом 430. Во второй половине 1961 года танк поступил в Павлоградский артиллерийский полигон, где до лета 1964 года использовался при проведении испытаний опытных боеприпасов к 115-мм гладкоствольной пушке. После завершения испытаний машину возвратили на завод имени Малышева в Харькове, где ее установили и в июне 1964 года отправили в НИИБТ на полигон в Кубинке, где сейчас танк находится по сей день. Машина имела те же недостатки, что и ее предшественник «Объект 430» – низкую надежность, неудачную разбивку передаточных чисел коробки передач и низкую экономичность работы двигателя. Результаты работы по танку «Объект 435» в дальнейшем использовали при создании другого опытного танка «Объект 432». И в конце концов, все эти технические поиски привели к появлению настоящего шедевра советско-украинского танкостроения – великолепный танк Т-64.
И на этих кадрах показан ранний вариант этого танка – Т-64А. Т-64 определил облик советских танков на десятки лет вперед. Эта машина открыла так называемое второе поколение послевоенных танков. Он объединяет броню и вооружение тяжелого танка при массе среднего. Это не только первый в мире основной боевой танк, но и первый в мире серийный танк с автоматом заряжания пушки, а также первый в мире серийный танк с комбинированной броней. Т-64 – это детище Александра Александровича Морозова, главы Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Впервые в мире на серийном танке применили комбинированную броню, что произвело революцию в защите. Такая броня представляет собой бутерброд из разных слоев. Например, лобовая броня Т-64 – это лист стальной брони 80 мм толщиной, а затем идет два листа стеклопластика АГ-4С и, наконец, снова 20-мм лист стали. А башня – из литой брони с наполнением из алюминия. Так почему же в башне не пластик? Просто стеклопластик не выдержал бы соприкосновения с расплавленным металлом после отливки башни. При попадании в слои с разной плотностью кумулятивная струя или сердечник подкалиберного снаряда резко теряют пробивную мощь, и поэтому такая сложная броня позволяет заметно усилить защиту танка. А в теории Т-64 не пробивают даже 105-мм подкалиберные снаряды и даже с расстояния в полкилометра. К тому же выигрывается до четверти, а то и до трети веса по сравнению со сплошной стальной броней. И в итоге только одна башня получается более-менее чем на тонну легче. Среди других материалов для комбинированной брони пробовали высокопрочный бетон, диапаз, он же магматическая горная порода или же гранитная крошка, и даже стекло. А наполнителем хотели сделать даже титан, но тогда защита получилась бы уж слишком дорогой. Первоначально по проекту в башне Т-64 хотели поставить наполнитель из керамики, а не из алюминия. Но в конце 60-х годов на модификации Т-64А все же перешли от алюминия в башне сначала к вставкам стали высокой твердости. Но такая сталь вышла слишком хрупкой, и поэтому решили применять ультрафарфор, специальную керамику из корунды и глины. А такая керамика очень прочна при малой плотности. Поэтому внутрь башни стали сначала вставлять стержни, а потом и шары из ультрафарфора. Шары закрепляли внутри башни специальными стальными рамками, а затем сверху приваривали крышу башни. И такая башня получилась меньше, чем при использовании алюминия. И Т-64А приняли на вооружение 20 мая 1968 года. Другое важное отличие Т-64А – это новая мощная 125-мм пушка Д-81, самая крупнокалиберная из танковых орудий в мире. Ее подкалиберный снаряд пробивает 150-мм броню при угле встречи в 60 градусов, даже с расстояния в 2 км. Но запас снарядов уменьшился до 37. Командирский танк Т-64АК или же объект 446 был принят на вооружение Советской армии 22 января 1973 года и представляет собой машину командира танкового батальона и предназначен для обеспечения управления в звене батальон полк дивизии. Этот танк дополнительно оснащен коротковолновой радиостанцией Р-130М, навигационной аппаратурой, 11-метровой телескопической мачтой комбинированного антенны устройства для увеличения дальности связи при работе на стоянке, бензоэлектрическим энергоагрегатом с генератором. Обеспечивается оперативная связь с вышестоящим командованием на дальности до 350 км на стоянке и до 50 км в движении, а также непрерывное определение местоположения танка. В связи с установкой дополнительного оборудования боекомплект пушки уменьшен до 28 выстрелов, а спаренного пулемета ПКТ до 1000 патронов. Характерными внешними отличиями командирских танков семейства Т-64А является отсутствие зенитных пулеметных установок на командирской башне и размещение антенного ввода радиостанции на передней части крыши башни. Танк выпускался серийно на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени Малышева с 1971 года по 1983 и всего изготовлено 405 единиц. В танке Т-64Б нашли отражение принципиально новые конструкторские решения. Впервые была разработана автоматическая система управления огнем с прицелом и с лазерным дальномером, баллистическим вычислителем с датчиком входной информации и комплекс управляемого вооружения, он же КУВ. Т-64Б-1
или же объект 437А. Это советский основной боевой танк семейства Т-64. Он представляет собой вариант танка Т-64Б без комплекса управляемого вооружения. Танк Т-64Б1 представляет собой гусеничную боевую машину, имеющую мощное вооружение, надежную броневую защиту и высокую подвижность. Танки предназначены для решения широкого круга боевых задач. Благодаря мощному вооружению они способны поражать танки и другие бронированные машины противника, его живую силу, противотанковые средства, артиллерию и другие цели. Танки имеют устройства, предназначенные для защиты экипажа и внутреннего оборудования от воздействия ударной волны и проникающей радиации при ядерном взрыве, а также для защиты экипажа от отравляющих веществ и радиоактивной пыли при движении танка по зараженной местности. Танки имеют оборудование для установки на них противоминного трала и встроенное оборудование для самоокапывания. Танки способны преодолевать водные преграды по дну, для чего они оснащены комплексом оборудования для прохождения водных преград. Тему украинского танкостроения продолжает Т-64БВ. И с 2015 года Харьковский бронетанковый принялся за работу над упрощенной версией танка Т-64БМ «Булат», которую можно было бы производить серийно за небольшие деньги и при этом потянуть не только защиту. Выход нашли, но нестандартный. Т-64БВ образца 2017 года – это не капитальный ремонт советских танков Т-64БВ, а полноценная модернизация. Ее суть заключается в переработке системы управления огнем, систем связи и прочего электронного бортового оборудования. В частности, танк получил полноценный тепловизор, новую радиостанцию, систему мониторинга за геолокацией и новую бортовую систему вместе с дисплеями для наблюдения и наведения. При этом внешний танк сильно не менялся и спокойно сливался в толпе неулучшенных Т-64БВ. Тем не менее, военные требовали улучшить не только систему управления огнем, но и защиту. И здесь-то и кроется нестандартность подхода. Вместо установки встроенных модулей динамической защиты, подобно БМ «Булат», сделали акцент на навесных модулях с тем же поражающим элементом. И, конечно же, тут речь идет о динамической защите «Нож», которая располагается в один слой. Ее было легче и проще эксплуатировать и ремонтировать. В Украине досталось достаточно много Т-72А. Это одна из самых первых модификаций танка Т-72, разработанная в 1979 году. И большинство этих танков Украина благополучно продала. Но, тем не менее, что-то у них осталось, и они решили с ним что-то сделать. Причем, в отличие от Т-64БМ и Т-84, Т-72АМТ – это уже разработка послемайдановской Украины. Так что все минусы, которые у нее есть, а их немало, дело рук уже современной Украины. А после Майдана Украина перестала продавать свои танки. Так что теперь она их использовала сама, но на Донбассе. Киевский бронетанковый завод в 2017 году решил представить уже полностью независимую модификацию Т-72АМТ. И их показали прямо на параде в честь Дня независимости. На новую модификацию установили динамическую защиту «Нож». Это украинская разработка конца 90-х годов, начала 2000-х. И по заявлению украинцев, эта динамическая защита может исключительно эффективно противостоять кинетическим боеприпасам. И говорили, что она в прямом смысле разрезает вражеский снаряд. Также на АМТ установили приборы ночного видения. И предположительно всего Украина располагает 25 танками такого типа. Из них как минимум один был подбит на Донбассе, один взят в качестве трофея под Киевом, и последний, сразу же как он был получен, его тут же увезли с фронта, и теперь он находится в подмосковном парке «Патриот». И вы его видите прямо сейчас. Т-84 – вершина украинского танкостроения. Т-84 появился не на ровном месте. Это дальнейшая модификация Т-80УД. И тут важно запомнить, что это именно Т-80УД. Дело в том, что после распада СССР на Украине остался один танковый завод – Харьковский, и он как раз занимался производством дизельных Т-80УД, так что подвижность у него не совсем такая хорошая, как у Т-80У, например. Работы над новым танком начались уже в 1992 году. Украинцы хотели сильно модернизировать весьма спорные Т-80УД. И уже в 1995 году танки были впервые представлены публике, а в 2000-м были приняты на вооружение. Изменений было не так много, как хотели сами украинцы, однако сами изменения были довольно неплохие. Вместо литой башни украинцы решили использовать сварно-катанную, и данное решение позволило увеличить прочность самой башни почти в полтора раза. Если верить украинским испытаниям, то при этом не увеличили и саму толщину башни. Правда, данный метод более сложный и трудоемкий, и, возможно, именно это потом повлияло на массовость этого танка. Также на танк была установлена динамическая защита «Нож» украинского производства, а всего было выпущено около 10 Т-84, которые по состоянию на 2018 год вроде как стояли на вооружении. Однако говорить, что все они из них на ходу, довольно сложно.
За время постсоветской независимости Украина смогла создать несколько экземпляров бронетехники, заслуживающих внимания. Перед вами БТР-3АД. Изначально БТР-3 разрабатывался для экспорта. И вообще, это украинская особенность. Почти все украинское вооружение разрабатывалось изначально для продажи. Начиная от ПТРК и заканчивая танками. А исключением, наверное, был только танк Т-64БМ, сделанный действительно для ВСУ. Разрабатывали их для ОАЭ, но арабы не спешили их покупать, и поэтому первым покупателем БТР-3 стала Нигерия. Вообще модификаций у них очень много, так как украинцы пытались продавать их максимальному количеству стран. Так начали появляться очень странные модификации с 90-мм пушками, и все с большим и большим количеством западных компонентов. В итоге украинского там осталось довольно мало. Арабы настояли на установке немецкого двигателя, американской трансмиссии, французских шин, японской системы кондиционирования и французских радиостанций. А от украинцев же требовалось произвести корпус и боевой модуль. По итогу БТР-3 вышел народной солянкой из нормальных западных компонентов, хотя у них тоже есть свои проблемы. Например, электроника не очень любит низкие температуры, а в нашем климате это очень большая проблема, и украинской сборкой. А из хорошего можно выделить установку ПТРК. Украинский бронетранспортер БТР-4 представляет собой полноприводную бронированную плавающую боевую машину с колесной формулой 8х8. БТР-4 «Буцефал» предназначен для перевозки бойцов мотострелковых подразделений, а также оказания им непосредственной огневой поддержки в боевых условиях. Еще машина может использоваться бойцами морской пехоты и подразделениями сил специального назначения. Наличие современного оборудования позволяет использовать БТР-4 для решения боевых задач как в дневное, так и в ночное время. Машина обладает достаточной проходимостью для действий вне дорог и в том числе в условиях полного бездорожья. Трещины на броне многих БТР-4 появились по причине нарушения технологии сварки. Горячие корпуса после сварочных работ оставляли в холодном цеху, жалели газ на отопление цехов, и в итоге при остывании образовывались трещины. И выяснилось, что БТР-4 собирались не из новых бронеплит, а из элементов распиленных старых БТРов. А после начала конфликта на Донбассе на Украине выяснилось, что куда-то пропали почти все БТР-60. И вот вам загадочка. Перед вами очень редкий образец украинской военной промышленности – бронеавтомобиль «Тритон». Известно, что разработка этих специальных транспортных средств велась одним из частных судостроительных предприятий, расположенных в Киеве. Его владельцы также решили заработать на военных заказах для сухопутных войск. Первоначально машина позиционировалась как плавающий бронетранспортер с усиленной противоминной защитой, и он должен был перевозить 11 человек, включая 3 членов экипажа. И согласно принятой на Украине практике, при создании двухосного тритона широко использовались элементы старой советской техники, в данном случае БТР-70. Также для него приобрели шведские дизельные двигатели мощностью 211 лошадиных сил и американскую автоматическую коробку передач, а также германские шины. Несмотря на агрессивную рекламу, броневиком заинтересовалась лишь пограничная служба, выразив намерение приобрести более 60 единиц. И для них предназначалась уже не плавающая версия, а оборудованная радиолокационной станции, тепловизором, телевизионной системой наблюдения, лазерным дальномером и аппаратурой радиомониторинга. Однако после изготовления 4 экземпляров разразился громкий скандал. Оказалось, что техника не прошла необходимых испытаний, а цена на нее слишком завышена, и в результате производство было свернуто. А это специализированное бронированное транспортное средство разработано в соответствии с требованиями силовых ведомств Украины и спецподразделений для участия в военных, антитеррористических и специальных операциях. Варта имеет классическую компоновку, двигатель спереди, управление в средней части, а десант в кормовой. Варта оснащена системой центральной подкачки колес и резиной с пулестойкими вставками Runflat от немецкого производителя Continental. Стоит отметить, что машин с колесной формулой 4х4 в украинских силовых структурах достаточно, и по словам некоторых экспертов, происхождение данной машины имеет белорусские корни, и речь тут идет о первых образцах варты, которые устанавливались на шасси МАЗ белорусского производства и были оснащены российским двигателем. Первые образцы были представлены еще в 2015 году в качестве полицейских машин, однако весной уже 2016 года производители представили образец для госиспытаний, решившись на военный заказ, и с этой целью российский двигатель был заменен на китайский мощностью в 380 лошадиных сил.
И самое интересное, что армейцы достаточно быстро приняли на вооружение бронеавтомобиль с оговоркой до окончания особого периода, а производители тем временем продолжали уже модернизацию. И вот такой у меня получился рассказ о украинской бронетанковой технике. Конечно, это не вся техника истинно украинская, но тем не менее Харьковский завод приложил ко многим образцам руку. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайки и оставляйте комментарии. А если вы хотите поддержать мою деятельность рублем, то сделать это можно на Boosty. Ссылочка будет в описании. Увидимся в новом видео. До новых встреч. Пока-пока.